Нижний Новгород продолжает заметно преображаться к юбилею. Общественные пространства благоустраиваются, но и о банальной чистоте забывать нельзя. Актив партии «Единой России», волонтеры и неравнодушные горожане объединили свои усилия и расчищают территорию в Ленинском районе, вблизи реки Борзовка. Здесь такой небольшой сквер, но вы сами видите, что он довольно-таки в запущенном состоянии. Поэтому сегодня наша задача его совместно с администрацией, совместно с партийным активом Ленинского района, совместно с жителями навести здесь порядок, чтобы придать ему вот такой более еще хороший и респектабельный вид. Мы убираем мусор, мы убираем поваленные деревья, мы рубим ветки, вырубаем порост. Приводим в порядок территорию, чтобы было комфортно жителям, которые проживают рядом и гуляют по этой территории. Место красивое, но пока еще запущенное. Объемы мусора говорят сами за себя. Навести порядок получится только общими усилиями. На субботник собрались не только жители соседних домов, приехали со всего района. Кто один, а многие целыми семьями. Мы сегодня тоже не остались в стороне, пришли с семьей. Вот дочке сегодня 2 года, в день рождения решили с утра. Очень классно отметить, прийти на субботник, помочь городу. Для местных жителей хороший пример, чтобы они видят, люди пришли помогать им. И в следующий раз, чтобы не мусорить, а как поддерживать чистоту. Жители просили администрацию, депутатов, как навести здесь порядок. Вот сегодня вместе с жителями мы здесь наводим порядок. Я думаю, что в течение вот, ну, каких-то 2-3 часов это место преобразится и будет соответствовать сегодня тем ожиданиям, которые есть у нижегородцев. Подобные экологические акции в региональном отделении партии «Единая Россия» продолжат и в будущем. Сергей Щеплягин, Алексей Калякин. Время новостей.